Снова здравствуйте. Мы приехали в магазин. В кои-то веки я буду сама выбирать цветы себе на 8 марта. Это так грустно. Но папочка не успевает приехать. Вот. Но он нам дал задание выбрать себе самые лучшие цветы, чтобы не сегодняшний, нынешний 8 марта не отличался от других. И мы были одарены по полной программе. Поэтому мы с Евой решили поехать и выбрать их в Трейдер Джо. Там, где мы любим. И сегодня мы хотим взять не просто букеты на стол поставить в вазы, а сделать композиции, решили. Вот, чтобы они нас подольше порадовали. Наверное, будем на оазис ставить. В общем, попробуем. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь за цветы есть. И в зависимости от этого будем уже плясать. Вот. Так что пойдемте с нами. Тут сегодня представление, чтобы мы не скучали. Для нас танцуют. Ну давай же, запускай нас. Thank you. Нам еще и помахал. А, девушка хочет вербу, да, давай. У нас, правда, под нее нету ваза никакой. Ну давай, возьмем, определимся уже дома. Мне кажется, вот тут лучше, там, в том ведре. Ну пойдем. Уже все так подразобрали. Мы с тобой поздно. Это знаешь, что это сакура? Это вишня, мне кажется. Так. Мы с тобой, по-моему, уже поздно, да? Так, я очень хотела в себе взять белую гортензию и лилии. И желтые какие-нибудь еще цветочки, фиолетовые. Ага, сейчас давай. Ой, вот эти вот я очень хочу, Ева. Только я не знаю, короче, взять ее. Короче, лизиантус, он фиолетовый очень красивый. И белый красивый. Вот я не знаю, какой ты хочешь. Ну, что-то его так мало. Он еще весь в бутончиках прям. И сальпиглосис тоже, блин, классный в букетах. Мы в последнее время всегда брали. Ты же не хочешь, ну да. А лизиантус еще розовый есть, смотри. Ну, розовый не очень. Так, ну давай тогда продумаем гамму, чтобы, допустим, в один вазон. Белое, фиолетовое, желтое можно. Мне засунуть. Нравится еще зеленое. Или бело-зеленое, фиолетовое. Чтобы слишком много не было цветов. Так. Лизиантус однозначно давай возьмем. Только, наверное, белая будет гортензия. А, и гортензию тогда возьмем зеленую, да? Потому что белая будет лилия. Лизиантус тогда надо фиолетовый выбрать. Поищи там фиолетовый, дочь. Я сейчас выберу лилию. А? Белый красивей? Но я тогда не знаю, что нам сделать на фиолетовый цвет. Ну вот, а сальпиглосис фиолетовый, он уже не свежий. Может, поедем в другой магазин? Ну, блин, я не знаю. Там будет наверняка такая же картина, потому что... Что, поедем в следующий съездим? Тут вообще все пусто, смотри. А? Наверное, не знаю. Ну, поехали тогда в другой. А, все. Или, может быть, хоть что-то возьмем, а там докупим. А то может так получиться, что мы проездим и вообще без ничего останемся. Форзиция стоит. Ну вот, ой, смотри, бело-зеленая какая. Угу, красивая. Вообще очень красивая. Ну и что? Шары вот эти слишком темные, но они немного посветлее. Пойдем с той стороны, обойдем. Вот, вот этот очень красивый. Да, они все тут, хоть любой. Вот их сколько? Три штуки, да, в одной? Вроде по три. Ё-моё. Прям муки выбора у нас. Ну, однозначно я не хочу брать белую, потому что у нас будет белые лилии. Мне вот это вот нравится. Как тебе? Да, красивая. Тут, если их три штуки, то нам одной, в принципе, наверное, хватит. Сейчас я пойду лилии еще выберу.
Так, лилии надо выбрать нам еще. Но нам нужно полуоткрытые такие, вот эти вот шикарные. Вот здесь сколько? Тоже 3 веточки. Здесь, наверное, мало нам одной будет. А, их надо хотя бы 2 взять. Дочь, можешь вон тот достать? Вот видишь, полураскрывшиеся бутоны вон там. Ага, вот именно этот. Класс. Он белый? А, он с розовым, да? Да, не очень. А вот этот вот рядом, да-да, вот этот классный. Так, вот так уже лучше. Так, и нам нужно что-то теперь. Либо желтое, либо фиолетовое. Ну, с альпеглоссисом вообще не яркий для этого. Не будет. Вот эти будет идеально. Давай возьмем все-таки лизиантуса. А? Он очень будет красиво смотреться в это. Не верит мне ребенок. Я возьму все-таки. Давай, тебе какие? Да, сейчас мы его этого. Они просто только с холодильника. Это я даже не знаю, что это, типа вообще на львиный зев похож, но это, конечно, не он, но я не знаю, что это за цветок. Я боюсь, что вот эти цветы недолго будут стоять. Если взять гвоздичку к ним, будет классно. Но нам надо что-то желтое добавить, яркое. Если убрать фиолетовое? Нет, оставить фиолетовое. Ну тут такого желтого нет. Вот этот вот есть, но он не очень яркий. Может быть, хризантему все-таки? А, вот желтые гвоздики. Очень нежные они. А розочек маленьких нету, да? В спрее. Нет, вот это хризантемы, да. А я предлагаю вот эти поставить. Они должны быть с ними очень нежно. Ну-ка посмотрим. Да, Ев, смотри, как будет классно. Сейчас я встану. Ну, оно и должно быть у нас как бы в одной, ну, в одной гамме. А? Не, ну это пастельный такой будет этот. Будет классно, мне кажется. Поярче. Ну, давай приложи хризантемы. Мне кажется, они будут слишком грубые здесь. Видишь, совсем другой цветок, так дешево смотрится. А вон те вот гвоздика это такая или что? А, это китайская гвоздика, но она долго, наверное, не будет стоять. Какие-нибудь еще можно, знаешь, зеленые веточки. Ну тут эвкалипт только. Вот эти вот можно, вот эти будут хорошо, мне кажется. Ну-ка, давай посмотрим. Вот, да? Как тебе? Тебе не нравится? А что ты к ним прицепилась? Если тебе не понравится, я их в отдельную вазу заберу. Они очень классные. Так, веточки надо будет еще одну взять. Так, вообще... Какая есть? А, вот она. Чудесно. Вот. Ну как? Тебе? Угу. Наш букетик классный? Да. Все, едем на выход. Роз нету, надо бы еще где-то розы найти. В Костко заедем. Ну, в Костко там, наверное, будут... Да, я бы белые хотела. Заедем в Костко?
Здесь макарошки, бананы, ничего не будем брать? Наверное, нет. А йогурт? Ну, некоторое время шутейков делится. Да? Ух, деловые. Ну, значит, вот только цветочки сейчас возьмем и поедем. Костка, посмотрим розочки. И нам надо будет в Walmart, дочь, за биомассой заехать. И в Home Goods я хотела вазон посмотреть. Угу. Короче, Ева объяснила всем в очереди, что такое 8 марта. Я думаю, они надолго это запомнили. Они прикалываются ей и говорят, а может быть есть тогда и мужской национальный день? Она говорит, конечно, есть 23 февраля. Мы празднуем 23 февраля. Да, и тут у мужика вообще все сознание отключились. Он говорит, еще и подарки дарят? Надо дарить. Конечно. Он такой, в смысле? Это прикол был. Ой, сори. Так, мы сейчас заедем за вазочкой. Home Goods. Не знаю, мы розочки не нашли. Я хотела с розы ставить в этот, как он называется, биомассу в оазис. Ну, не знаю, короче, будем, не будем делать, сейчас подумаем. Поедем в Костко или нет? Короче, я не знаю, нам вроде бы... Короче, вроде нам и хватает цветов уже прилично. И купить сейчас одну большую вазу, сделать просто шикарный букет. Я думаю, этого достаточно. Все решили за нас, Костка. Сегодня Костка 6 закрывается, так что уже почти. Так что едем за вазочкой в Home Goods. Мы приехали в Home Goods. Смотрите, девчонки завезли мантоварки в Home Goods. $35. Вот. Один этот каскан получается стоит. Есть побольше, есть поменьше. Вот такие. Прикольно. Первый раз вижу здесь еще мантоварки. Угу. Просто статуэтка. Ну пойдем, нам нужно найти срочно вазон. Столько народу сегодня. Мы в прошлое воскресенье возмущались. Пошли прямо там. Начнем оттуда. А в это воскресенье еще больше народу. Так, нам нужна высокая ваза. Ой, здесь... Да, здесь уличные, но они здесь тоже иногда стоят. Прозрачные большие. Ой, смотри, какое классное. Представляешь, мне петуни насадить огромный этот. Классно. Кашпо. Ой, солнышко такое. Угу. В шоке такая. Я в шоке. Там и в прятки играет. А, в прятки играет. Так, я вот думала, среди этих бутылей, может, что-нибудь стоит тут. То, что нам надо. О, смотри, для этих гербер. По одному поставить. Классно, да? Так, вот видишь... Вон ту вот. Тип такой не надо, но только с тонкого стекла и побольше, пошире. Всего ой, это как наша тарелочка, 9. Да? Ой, 12-9. 12-9, всего 12-9. О, посмотрите, какая прелесть. А не поднимается? Ой, чуть жебануло. Прикольно. Ну так сидишь, перебираешь. Я думаю, ее вряд ли надо, потому что... Она все-таки это вся внутри стеклянная, не рассчитана на перевороты. А вот такие же синие, смотрите. Они просто плавают там с монетками. Ну вот когда они так выдыхаются, то. Классно, да? Антистресс. Антистресс. О, вот это вообще красивое, смотри, какая. Ну красивая. Новогодняя елка такая. Угу, опять новые. Мы с тобой были, тут все новое было. Теперь снова все новое. И что теперь, все по новой? Они покупать. Потому что их. Угу. Ого, сколько сегодня этих, смотри. Это под эти? Под цветы, мне кажется. Или под фрукты. На стол такую не поставишь же? Ну, если только на свадьбы какие-то большое. Да, скорее всего, наверное, на свадьбы. Пирожные, торт. На кейтеринг, короче. 7,99. Ну, вообще огонь просто. Обалденные. Цены смешные на них. Они уже, ну, видишь, в остатке остались просто. Поэтому, наверное... Какие банки, смотри.
Так, ладно, давай сворачиваем, пойдем туда. Потому что там столько народу, я думаю, нам сейчас вообще ничего не останется. Надо торопиться. Пока мы тут разглядываем. Ой, гляньте, какой шкафчик. $400 шкафчик. Да, классная подушка. Такой. Угу. Ой, смотри, прикольно. Ну, шкаф прям реальный раритет. Я не знаю, сколько ему лет. Называется «Читатель мыслей». Смотрите, он весь в трещинках. $400. В нем, наверное, еще и привидение живет. Прикол. Зеркало какое, смотри. Так, ну идем искать то, что нам надо. Я за вазой. Так, искала вазы, зашла в ведра. Зашла в ведра. Так, тут офис, вот свечи. Ну, свечи мы поедем в Бурлингтон, да? Да, нормально. Много тоже. А вот, смотри, тут тоже вазочки есть, но они какие-то раскрашенные. Это как подсвечник, да, значит? Угу. Раз он здесь стоит, ну, пойдем. Идем дальше. Мы сегодня подробно вам не показываем, а просто бегаем в поисках вазы. Вон они, вазы, короче. Ну, туда нам надо, где толпа. Вот все там, где нам бы надо. Угу. А тут что, клиренс? Да. О, наушники. Лерка вчера свои сдала. $12. Хочешь, я тебе куплю? Легко не принял? У меня есть наушники. О, под микрофоном просто. Как это под микрофоном? А, все пересмотрели. Сами наушник каждый под микрофоном, я сказала, да. Под микроскопом. А, каждый наушничек под микроскопом просто. Потом в саму эту внутри коробочку все разглядывали. Потом снаружи на микротрещины проверяли. О, точно, надо Мишели показать, снять. Вот такая мне веревка нужна. Но вот где ее тут найти? Я не видела в продаже. Давай быстро рассмотрим ее. Размотаем. Вот, смотри, заикаться начала. Ковры плесить. Да. Вот есть две вазочки. Но вот это узкое горлышко. Она классная, но мне кажется, она узкая слишком. Мне надо, чтобы они могли там крест-накрест встать внутри в вазе. Понимаешь, о чем я? О, гляньте. Раньше еще такой черный был. Во, желтая какая вазочка, смотри. Это же пуфик. Табуретка. Ага. Какой. Да, это как Макар тоже, когда в Зинго играет, у каждого у него слово по 5 названий. Ты заметила, как он болтать стал? Ну. Так смешно. Я ему сегодня пока больше готовила, он ко мне раз 5. Ты уже все там? Я говорю, нет, чуть-чуть осталось. Давай быстрее. Мы купили Мишельке, короче, вот такие вешалки розовые, маленькие. Он увидел, что мы купили им розовые вешалки, как расплакался. Я не девочка, мне нельзя. Боже, Ева, я испугалась. Классно. Ты на Лунтика похожа, у него такой же нос, посмотри, закрыто. Прикольно. И, короче, он расплакался и сказал, что не смейте вешать его, ну, на футболке на розовый. Я такая думаю, да, конечно, сына, нет, нет, нет. Вчера глажу вечером, и у меня одна, вот одна майка просто осталась розовая. Мне лень было идти за его вешалками, мы ему тоже купили под цвет. Ему только такие только голубо-серый, да. Что-то такого серого. Короче, он увидел, что я повесила его футболку на эту розовую вешалку. Подлетел, стащил, на меня так зыркнул. Я поняла, что, блин, я погорячилась. Я ему говорю, иди тогда тащи свои вешалки. Пошел, принес. Я снимала уже этих зайцев, да, классно. Тут еще да, с подсветкой. Но я не специально так вышла. Они не все. Ой, этот манговый щербет. Пахнет. Так, ну что, вазы-то закончились, а мы только не нашли ничего. Едем в Бурлингтон искать вазу. Бурлингтон, Маршалс, вот ведер. Корзин для белья. О, смотри, прям корзина да, сейчас. Прям по нашему, это, по нашей высоте и по нашей ширине корзинка, да? Вот это даже нам подошло бы. Нам еще нужна вешалка, которая... Какая вешалка, дочь? Я не доверяю.
коридор. А, в коридор? Ну вот, смотри. Тут нет вешалок. Та-та-та-та-та-та. Почему нет? Торшеры есть, может, вешалки есть. Надо просто посмотреть. Я что-то не вижу. Я ни разу не видела. Да? Ты видела когда-нибудь вешалки тут? Не знаю, я не смотрела просто. Угу. Ну что мы делать будем с вазой? А? Бедные, его уже все побили. Ага, такой прикольный. Классно. Тут даже близко, короче, такой вазы нет. Ну и слава богу, смотрите, какая очередь. Я что-то сейчас такая, мама дорогая. Короче, поехали тогда быстренько. Бурлингтон, да?